Меня зовут Максим, и это мой второй раз на Encounter'е. Причина моя, что я поехал на второй раз на Encounter, это первый раз, когда я поехал, я получил полностью освобождение от всех грехов, от всей мути, которая в миру есть. Но главное, что не получил, это ведение. Недостатка мне этого не хватало, я не получил этого огня внутри. Я чувствовал вокруг себя, но не получил его внутри. И это была моя цель, пойти и получить огонь Духа Святого, Бога нашего, внутри себя. И я поехал, я получил, я зарядился до конца жизни. Я готов идти до боя. Аллилуйя!